Участники семинара подводили итоги 2017 года и намечали планы дальнейшего развития. По результатам многочисленных конкурсов муниципального окружного масштаба области культуры, гражданско-патриотического воспитания, волонтерского движения и других направлений были награждены их победители-призеры. В этом году тема семинара – библиотека ВКонтакте. Участники встречи обменивались опытом по презентации своих учреждений в информационном пространстве. У нас общий сайт библиотечной системы, но городские библиотеки уже ведут свои странички в соцсети ВКонтакте, где выкладывают новости, рекомендации по чтению книг, какую-то информацию по конкурсам и мероприятиям. И также сельские библиотеки у нас в этом году также заведут свои контенты в соцсетях. Библиотекари – люди креативные, да и как иначе привлечь читателей в храм знаний. Ежегодно они проводят более 500 мероприятий, рассчитанных на людей разного возраста. В творчестве они соревнуются и между собой. В прошлом году участвовали в конкурсе на лучшую рукописную книгу, а теперь делали библиографические обзоры литературы по определенным темам. Так как юношеская библиотека имени Анатолия Ткалуна работает в патриотическом направлении, я выбрала тему «Русская воинская доблесть». В библиографическом обзоре представлены книги о великих сражениях России, воспоминания солдат о военных конфликтах, происходящих в Чечне и Афганистане. Другие конкурсанты выбрали темы «Этикет», «Экология», «Писатели» и так далее. Библиотекари справились с этим заданием профессионально, авторы лучших работ были отмечены наградами. Что касается перспектив развития библиотек нашего района, то продолжится реализация международного проекта «Белый город, Белая Русь». Будут открыты новые точки доступа к ресурсам президентской библиотеки. Запланированы масштабные интересные мероприятия в рамках «Года добровольца в России» и «Гражданского согласия в Югре». Александр Плескач, Дмитрий Слепенков. Время новостей. Белоярский.